Ремонт дорог в Нижнем Новгороде выполнен на 70%. 30 объектов ремонтируются за счет муниципальных средств и 28 с привлечением средств регионального бюджета. Власти заверяют, что ремонтные работы идут с опережением, однако Нижегородская область по-прежнему входит в тройку регионов с самыми опасными дорогами, а стоимость дорожного ремонта остается одной из самых высоких в ПФО. Полпред президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич провел совещание по развитию кадетских корпусов в округе. На сегодняшний день в ПФО кадетские школы работают сразу в 4 регионах. Во Дворце культуры имени Ленина появится современный торгово-развлекательный центр. Канавинская администрация готовится заключить на данный участок договор аренды. Фасады здания обещают реконструировать. Внутри появятся офисы, детские сады, кружки, кафе, фитнес-зал и магазины. Паспорт для доступа к Wi-Fi понадобится, но только в крайних случаях. Нововведение не коснется парков, кафе и ресторанов. Предоставить для идентификации паспортные данные придется в отделениях Почты России, которые предоставляют услуги интернета. Автомобильный праздник G-Drive Show прошел на Нижневолжской набережной. В рамках шоу было задействовано около 700 человек и 100 единиц техники.